Всем привет! Мы находимся в ночном клубе In Time, город Караганда, где проводится благотворительная вечеринка «Твори добро» в помощь детям-сиротам из детских домов и детских приютов. Рядом со мной сейчас находится арт-директор ночного клуба In Time Чингиз. Здравствуй. Привет. Расскажите, пожалуйста, о своей акции. Рассказывать как? Просто мы с ребятами сидели, с оргкомитетом сидели, и на самом деле поняли, что очень давно и как минимум в Караганде в сфере ночного развлекательного бизнеса такого не делалось никогда, никем. А куда дальше пойдут эти игрушки, эти все вещи? Смотри, все зависит от того, какого возраста эти вещи, потому что вещей очень много, таких больших пакетов, которые ты видишь за нашей спиной, очень много таких пакетов. Мы будем их, скажем так, расфасовывать. Вещи для самых маленьких, даже есть для новорожденных детей, мы отнесем, конечно, в дом младенца, дом малютка. Вещи постарше, в детский дом, вещи для старшеклассников. У нас есть очень много вещей, которые надо просто завтра нам всем собраться и сидеть расфасовывать. Пошел такой слух, что ты собираешь вещи своим будущим детям. Это так или нет? Скажи, пожалуйста. Сперва, мне кажется, надо найти будущую жену, а потом уже думать о том, что надо собрать вещи для будущих детей. Либо будущего мужа. Нет, не беспокойся, если тебе нужны вещи, то, в принципе, по блату тебе пару футболок отсюда можно достать. Об этом мы поговорим после нашей передачи. 48 размер имеется у вас? No problem. Мне сейчас Чингиз пришла смс-ка от Артура Платонова. Он спрашивает, это пиар на акции или вы действительно хотите поддержать детей, помочь детям и сотворить какую-то радость, какое-то счастье? Вот честно, искренне от всего сердца. Ну, не знаю, какая может быть пиар-акция. Здесь, если была бы пиар-акция, наверное, были бы все телеканалы, все газеты Караганды, все средства традиционной массовой информации. Нет, мы просто собрались, сделали, а что об этом будет, кто говорить, неважно. Девушка, здравствуйте! Привет! Слышали вы, что в ночном клубе In Time проходит акция «Помощь детям-сиротам из детских домов»? Да-да-да, в курсе, я куртку привезла. Еще раз скажите, что вы привезли? Куртку! Мужскую куртку? А? Мужскую куртку! Женскую, розовую! А вы не из Майкудука, с кого вы сняли эту куртку? Нет, я с юга! А что для вас добро? Для меня добро – это помощь близким мне людям, помощь обычным людям, детям, сиротам, старикам. А вы делали когда-нибудь добрые дела? Обязательно. Например? Каждый раз отдаю ненужные и неиспользованные вещи церкви, детский дом. Слышали вы, что в ночном клубе In Time проходит акция «Твори добро» в поддержку детей-сирот из детских домов? Да, слышали. Что для вас творить добро, что для вас доброе дело? Не делать зла. Что вообще для вас добро? Это не всегда измеряется в денежном эквиваленте. Хорошее. Мы немного заблудились, и теперь мы идем на пьяные голоса, судя по всему, в караоке. Мы слышали вы, что сегодня в ночном клубе In Time проходит благотворительная вечеринка «Твори добро» в помощь детям-сиротам? Да, слышали. Вы предприняли что-то по этому поводу? Собираетесь ли вы пожертвовать какие-то вещи? Мы пришли и узнали. До этого мы не знали. А сейчас мы зададим пару вопросов резиденту ночного клуба In Time MC Закирову. Здравствуй, Ирбулат. Привет всем, привет. А что вообще для тебя добро? Добро, честно, для меня воспринимается по-разному. Добро можно как творить и с детьми, так и со взрослыми, так и просто в рабочей и трудовой обстановке. Вот так вот. Ну, в частности, воспринимается добро как помогать людям, помогать бедным, помогать детям-сиротам, помогать детям больным, инвалидам. Ирбулат, с какой целью ты переводишь бабушек через дорогу и зачем ты идешь с ними до дома?
Нет, не канает его. Как часто ты делаешь добрые вещи, и что ты делал за свою жизнь или за последнее время, что-нибудь доброе, что-нибудь такое светлое? Я стараюсь регулярно дарить людям улыбки. Для меня это первоочередное. Я фотограф, и я считаю, что фотографии очень важно делать людей веселыми. И стараюсь всегда во время творческого процесса сделать так, чтобы люди рядом со мной оказались счастливыми. Поэтому, в принципе, ну не считая тех моментов, когда приходится иногда просто помогать бабушкам там и элементарно там уступать место в автобусе. По-разному бывает. Вот и подошла к концу благотворительная вечеринка «Твори добро» в ночном клубе «In Time». Делайте добрые вещи, переводите бабушек через дорогу, отсыпайте добро, перевозите добрые вещи через границу. С вами был Максат Тульгенов специально для Gonza.kz.